Школьники Чувашии итоговую аттестацию прошли успешно. Основной период закончился. Сейчас идут резервные дни для сдачи ГИА. В 9 классах они завершатся 29 июня. В 11 классах 2 июля. ЕГЭ сдают выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике или не участвовавшие по уважительной причине в основные дни сдачи экзаменов. В этом году все экзамены проходили в штатном режиме. Технический сбой в программном обеспечении произошел всего один раз. В местах проведения экзаменов велось онлайн-видеонаблюдение. Кроме этого, дежурили и общественные наблюдатели. Особым моментом при проведении экзаменов этого года также было, что материалы ребята получали буквально в своем мониторе, заходили, садились, получали, и там же материал распечатывался. По завершению работы они сканировали и отправлялись в региональный центр. То есть фактически материал нигде не переносился. И изменения, которые могли бы быть, фактически они не допущены. То есть очень оперативно все работы, все сработало. По сравнению с прошлым годом, в 9 классах улучшились результаты экзаменов по чувашскому, английскому языкам, физике, биологии, математике, географии, истории. В 11 классах по русскому языку, географии, истории и базовой математике. 100 баллов на ЕГЭ получили 42 человека.